Приветствую всех, уважаемые зрители, гости, подписчики моего канала. С вами Черный Металл, Графактория. И мы продолжаем. Данные игрушечки. Что делать-то мы тут делали-то, а? Не помню. Удивно, делать баночки. Ха. Так. Походу мне нужно больше буров здесь поставить. И на тебя не хватает каменных блоков, да? Дурацкая печка. А, точно, я что хотел купить? Я хотел купить же сразу ящичек. Это продажа, это покупка. Мне нужен один волшебный ящик. Его сейчас найти где? Это вопрос будет интересней. Хватит ли на него мне бабла? Это еще вопрос интереснее. Так, точно, он не здесь. Ну, кстати, аленские солнечные панели попробовать буду ставить. Вот он. И он стоит... А, он дешево. Пить. Ура. Так, я сразу установим вот так вот. Тут собирал у нас все. Что-нибудь насобираешь? Ну, ладно. По идее, метеоритов нету. Ничего насобирать ты и не должен. Так, хорошо. Так. Турельки я поставил, уже какая-то хоть предоборона есть. Правда, вот то, что у меня снайперган турели теперь столько. Забыл, он автоматически зараз пытается все купить, что не попадя. Капец, он мне насобирал здесь, конечно, угля. Ну, спасибо, наверное. Возможно. Так будем пихать, что еще можно. Уголь так жалко расходовать. Так, ты у нас сейчас практически ничего не ешь. Это, наверное, хорошо. Так. Что мне лампочку, наверное, сделать? А тебе нужна примитивная электросхема. Мне нужна медь, да? На нее нужна медь. Лампочку хоть сделаю. Хотя толку мне от этих ламп. Так, сколько у нас стоит вот этого труда? Давай посмотрим. Продажа. Вот это подлагнуло. И все. Плохо-то. Нет, застольники продавать не буду. Это слишком уж, блин, дешево. Сколько эта хрень будет стоить? Блин, это же надо было такой скрипт написать, что хрен... ну, хрен обманешь. Итак, что, бэтпак надо попробовать изучить тогда. Ну да, этих конвейеров никогда Шанхая пешком, буду откровенен. Бэтпак бы не помешало мне изучить, если я его сейчас опять же, блин, найду. Стольник, говоришь, да? Блин, дорого, зараза, все. Печки-то я хоть смогу еще парочку построить. Давай сразу десятку закажу.
Так, сейчас тогда давай-ка залезем в одно интересное местечко. Это у нас печки МК-1, которые я выкладывал. Ctrl-A. Так, и их сюда засунем. Ну, не знаю, вот они мне вообще пригодятся или нет, друзья мои. Блин, очень большие сомнения у меня в этом. Такой переплавкой руды. Ой-ой-ой-ой. Блин, ну, это хорошо, но не совсем. Потому что вот реально это будет проблемой. Ну, я так полагаю, мне пока сейчас поставлю тогда где-нибудь один каскад такой печек. Посмотрим, друзья мои, так сказать, позырим. Мне так кажется, то, что здесь вот одних этих печек вполне хватит. Для производства всего чего только не нужно. Сколько ты лапок не можешь сделать? 17, как раз давай делай. Надо, потому что более-менее начинать уже автоматизацию штамповать. Делаю. Тут немножко осталось. Это забираем, забираем. Много. Тоже слишком много. Будем делать электрические буры. Давай быстрее. Тут в перьях. У меня железа, кстати, очень много. Ну. А, да, мне что-то железо-то и не нужно, ё-моё, я что-то забыл совсем. В чистом виде так много его мне не надобно. Так, а вот теперь по поводу вот этой вот лаборатории. Мне не хватает меди, опять же. 28, 4, блин. Ну, стекла с достатком, благо. Небольшим, но все. Так как я буду все в электричество переводить, мне все равно надо поставить печку и переплавлять весь песок. От песка же требуется двадцатка. Это вот небольшая проблемка. А нет, пятерка. Из пятерки сколько ты мне стекла делаешь? Один кусочек. Кварц-то там идет. Я не помню, как кварц. Да, ты мне производишь один. Блин, лучше бы загрузки сделали две. Было бы поудобней. Давай еще меди соберем. Ну и что, и выше как-то расположим, получается, эту ботву. Ну, наверное, а как еще? Одну-то я смогу построить? Могу. Вот я же... А, на ней же электричество требуется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, тогда мы будем делать немножко по-другому. Сейчас тогда подумаю, как сделать поинтереснее. Ну ладно, печки-то я, собственно, вот эти вот, точнее, лабы-то и здесь оставлю, друзья. Сделаем просто вот тогда. У меня тут дорожка довольно-таки большая. Давай вот так вот сделаем. Так, для определения хотя бы оси.
Так, раз лаборатория. Здесь вот. Раз. Два. Четыре. Пять, шесть. Ну, уже хоть что-то. Так. И так. Ну да, нормально. Здесь же мне с тобой еще придется, по-моему, дохаться. Это, к примеру, меди взять. Надо хотя бы, ну, тоже 6 штук построить. Для оптимального варианта. Потому что я сейчас займусь этими исследованиями. Мне надо все-таки понять. Я же могу ориентировочно заменить эти банки другими. Теперь мне не хватает стекла и меди. Сомневался. Ты куда б тебя, зараза, спрятать? Да, может, как-нибудь. Тут, если так... сейчас тут получается. Тут в угол вот так вот, может. Ну да, вот так пусть в углу у меня и будет, хрен ты с ним. Всю эту табличку... Может, фабрику уничтожить мобильную. Хотя я даже и толком не изучал возможности. Как, по-моему, будет неправильно это. Ладно, сейчас медяшки возьмем еще. И мне не хватает твою дивизию дерева. О, блин. О, сейчас с деревом мы разберемся быстренько. Благо, я на нить не построил. Теперь могу, ну тут дерево, конечно, неохота брать, оно такое красивое. Есть день долбанутые мертвые деревья. О, пожалуйста. О, вуаля. Вот здесь мертвые деревья. Вот мертвое дерево. О, смотри, там у меня тут целая полянка, можно собирать. Тут камень можно зацапать. Так, кстати говоря, насчет камней. А, здесь я уже все сам пособирал, да? А, ну я тут пока ехал на этой хреновине, все пособирал, точно, забыл совсем. Вот здесь вот камней можно надыбать. Так, здесь деревья, все красиво, все хорошо, все прекрасно. Да не сюда мне надо, извиняюсь. Я вообще куда-нибудь спрятать, блин. Машинка эта предназначена для того, чтобы ездили, изучали мир и прям в ней мобильно добывали. О, смотри. Дерево с запасом сделаем. Правда, мне не нравится то, что здесь вот эти вот фермы деревянные, блин. Они довольно-таки имбовые. 300 дерева в секунду. Да, это, блин, уже... Я смотрю, как оно производится опять. Ну, судя по всему, оно производится читерно, имбово, долбануто. Это и замена углю можно сделать, и уголь потом с него выводить, если я правильно помню. Только за счет воды. Ну, хотя это логично. Но семена никакие не нужны. Погоди, я что, за это еще опыт получаю? Серьезно? Так, здесь деревья целые. Значит, они будут потреблять загрязнение. А вот здесь мертвые. Это тоже убираем все. Все, хорошо. Хватит пока. Пошли за медью. Медяшечка, медяшечка. Мне еще надо две лапы построить или три. И есть три надо. Я, может, потом это буду опять же все расширять. Точно не знаю. Но это-то я уже трогать не буду, этот каскад.
Ну вот, конечно, длинные конвейеры, слушай. Вот это, с этим можно как поимпровизировать-то, а? Охо-хо. Просто реально охо-хо. Нет, лучше так ставить посередине. Угу. Так, четвертая лаборатория уже есть. Отлично. Так, подключаем сейчас нормальное электричество тебе. Так, второй столбик. Для красоты, чтобы было. О, а как мне по проводке тут? Пока все красиво. Главное, с этой проводкой не запутаться. Сейчас хотя печку поставлю, там проводка настолько сломана, настолько только, наверное, в принципе, возможно это все сделать. Я сейчас только вспомнил, то, что мне бы вот эти вот села бы тоже сейчас проалгрейдить в нормальное, так сказать, количество. Сейчас мы этим займемся. Да? Ну, сейчас тогда их с собой заберу, потому что там стекло требуется. Стекло собирать мне неохота. Да? Все равно стекло нужно. Ах, твою налево. Ух, мою направо. Где мне тут кварц был, говорите? Ок. Кварц. Пошел-ка я на кварц поставлю пару буров, как думаете? По-моему, это будет немножко оптимальным решением, чем так бегать как идиоту туда-сюда. А кварц у нас как раз, погоди-ка. О, да тут, смотри, и дорога у меня как раз есть рядышком. Да, дорога. У меня тут еще и олово плавится вдобавок. Нет. Олово, конечно, неплохо по количеству. По качеству хороший вопрос, как оно тут будет. Четыре должно хватить. Правильно помню. Сейчас это мы проверимся. Так, нормально, здесь многовато. Ну да, то есть столько буров не надо. Ну, в принципе, хрен с ним. Сделаем так, ладно, пофинту. Он мне тут стака себе два косаря насобирает. Мне этого тут до пенсии, блин, хватит. Да ёшкин ты кот, игра. Прекращай. Подумаешь, перепутал клавишу. Могла бы все сразу понять. Так, 4. Порядок. Так, эту танкетку надо куда-нибудь убрать, наверное, подалее. Куда? Куда ее убрать? Вот сюда, наверное, куда-нибудь. Да. Ой, ты, блин. Танк неповоротливый. Не, выглядит, конечно, она массивно, друзья. Очень массивно. Ну, эту, ладно, я оставлю. Она сильно тут, видок, как говорится. Так, раз, так, два. Прекрасно. Лаба, и мне нужно стекло еще.
Стеклышко, стеклышко. О, смотри, как собирает. Хорошо, там не стекло. Так, все. Шестая лаборатория сейчас будет готова. Ставим их. И уже нормально все. Пойдет относительно. Хотя бы электрифицировали лаборатории. Для начала. С этими что? Ну, еще одну могу построить. Ага. Так, лапки. Пока лап... Блин, лапки-то мне нужны вообще на другое. Ладно, пока как-нибудь так тогда. Лапок тоже много не поставишь, да? Не хватает мне лапулек наших любимых. Надо их еще делать, а на них нужно опять же медь. Да, тут немножко, конечно, все задержится, я так чувствую. Хотя да, я... Слушай, я вот не помню, а как же я раньше так карабкивался? Вот в упор не помню. У меня было больше буров, больше печек, это я точно. Ну ладно. Как есть, так есть, пофиг тут. Пока тебе сюда вот складываем. Тебе сюда. Инвентарь ты, конечно, мне не доизучишь, потому что не хватает, да? Ну, давай-ка начнем изучение тогда, не инвентаря, друзья мои, того, что у нас есть поинтересней. Давай-ка я к машинке сбегаю, которая мне эту хрень добывает. Неплохо, так я тебе скажу. Что там за столбики? Вот это мне сейчас стало, ой, как интересно. А если мне что-то интересно... Кстати, инвентарь, когда... Да, инвентарь надо расширять. Так, лапки, вы где? Мои любимые лапки. Да, давай иди. Лапулечки, лапулечки. Так, тогда и так вам. Так и так. Тогда я тебе сейчас давай закину вот так вот. И тебе вот так вот закину. Все. Передавайте между друг другом. Не стесняйтесь. Я сейчас еще попытаюсь взять меди построить шестую, чтобы было точное количество. И давай-ка, слушай, покопаемся, как в этом... короче, в исследовании к деменции покопаемся. Ну, извиняюсь, то, что деменции называю, но мне так проще. Я знаю, что это неправильно. Dimensional Ore. Как читается, я даже не знаю, честно говоря. Я таких слов-то еще не встречал. Так что тут прошу меня сильно не корить. За такое безобразие. Лапульчики я сейчас сюда поставлю. Они стоят. Да, короче, к двум лабораториям надо будет тут подключать. Всякая разная. Так, стоп, что, одинаково, что стоите? Не, надо вот так вот, чтобы стояли. Ага. Лапочное безумие начинается. Так, ну это у нас, погоди-ка, я вот не понял по поводу этого. Это что за хрень такая?
Так, у нас она дает среднюю опору. А, средняя опора лэп плюс dimension plate. Нам она дает логистик fluid, максимальное здоровье 100, максимальное потребление. Круто. А на какое-то расстояние подруга даешь? Так, это у нас что? О, Energy Power Module. Вот это интереснее. Надо будет подизучить. Кстати, а Power Module на эту хрень ставится вообще? Жалко. Было бы халява. Ну так, а что в тебе еще такого есть вообще, в принципе? Вот это, насколько я понял, топливные элементы. Неплохие довольно-таки. Это я не знаю, что это. Вот это вот какие-то баки, судя по всему. Танки какие-то увеличенные. Модуль улучшения какой-то. Поймешь. Немного, друзья мои, исследования, обратите внимание. Ну, стоун окрашенка. Что он мне дает? Камень. Над... понятно. Немного исследований так, но они довольно-таки интересные. Ну, правда, я думал, банки-то я все смогу изучать. Это хреново. Logistic Sense Pack я смогу по-другому делать. Это было бы крайне-крайне хорошо. Я надеюсь, я дойду все-таки до этого. Ну, смотри, какая. Ага. Дискотеку устроили себе парни. Молодцы. А может и нет. Вот так вот вам. Не, ну нормально вообще, нормально, друзья мои. Движемся постепенно вперед. Медленно, да. Намного медленнее, слушай, чем даже когда я играл в этом Space Explorer. Тут что-то я смотрю, как-то даже не ожидал такого безумия. Ну, это как бы прикольно даже. Это там что, совсем обурело? Ох, нихрена они мне железо тут накирогазили. Слушай, я так патроны могу построить в неплохом количестве. А, не смогу. Эти баночки построю, все, никаких патронов можно не мечтать. Не, ну хотя почему не мечтать? Не мечтают только дураки. Отлично, я сейчас еще и левел подниму. Я просто уголь не хочу весь расходовать, поэтому так и делаю, кому интересно. Уголь для меня тут еще для патрон нужен, так что он тут бесценная хреновина. И вероятно поэтому-то, кстати, и сделаны такие стаки. Что-то я об этом как-то не задумался. Так, хорошо. Для начала делаем какую хренотень. Мне нужно дойти до этих банок. Да, мне все равно эта ботва понадобится. Но она быстро изучается. А я сейчас пойду закину еще этой деменции в лабораторке. Так, где у нас тут нет ничего? Здесь есть. Здесь нету. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот давайте штукарь закинем. Здесь немножко закинем. Вообще никогда не останавливалось это производство. Потом еще начнем строить. Ну, друзья мои, тут я смотрю, развлечения мне есть. Возможно, мне это, кстати, поможет. Потому что вот это-то нет. Ну, кстати, прикольно, дискотека получится. А, слушай, а вот так вот идея. А если выстроить лапки аккуратненько и сделать, попробовать светодискотеку? Получится или нет, как думаешь? Вот мне попробовать как бы и хочется, и чешется, и одновременно колется, как будто на ежика сел.
Из-за этой вот ботвы может, скорее всего, глючить. Я не знаю. Ты поймешь, что из-за этой игры, из-за чего может глючить. Так. Тебя сюда. Здесь мы еще будем производить. Тебе это мог делать персонаж, было бы намного проще, конечно же. Да, слушай, игра, спасибо. А карту не могу сохранить. Что ты творишь, изверг? Да ничего я не творю, просто сижу, играю. Пытаюсь разобраться в этом безумии. Так, исследование идет довольно-таки быстро, если не считать того, что здесь 1200 нужно. Дальше здесь вообще копейки идут. Отлично. Можно построить даже еще попробовать пару лаб. Вот сейчас подумал так. Три лабы-то сюда бы нормально впихарились. Как считаете? Так, здесь дорожку давай-ка продлим, чтобы она у нас была двойная. А здесь, кстати говоря, надо, наверное, подумать. Пам-пам. Не знаю. Посмотрим, подумаем. Чё? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Раз, два. И опять меня не хватает. Сейчас накопится, как раз еще три лабы тогда поставим. Почему и нет? Ну, 100 патронов, да? У меня пару левелов есть. Ну, давай-ка в крафт все. А, это, скорее всего... Я какой-то мод, когда ставил, я смотрел то, что тут было ограничение какое-то по крафту. То есть, максимальный крафт будет столько, ты хоть ты убей и усрись. Я могу еще на 100% его поднять, если сделаю 10 вот этих вот зеленых банок. Так, делаем одну. Там она вроде 10 стоит. Кажется. Так, мне надо еще больше меди, да? Лады. Обеспечиваем дополнительный приток меди. Сто двадцать один. 161. Серьезно, что ли? Им топить нельзя, к сожалению. Ладно. Как-то, слушай, странно, у меня в этот раз пародия вышла, все, ну ладненько. О, все, третий отлично есть. Лапок, лапок, сделать лапок. И не сделаю. Ладно, пока вручную разложу. Ага, разложил вручную. У меня тут еще патроны крафтятся. Ну лады, патроны нужны. Как ни крути. Так, здесь. Давай-ка я, ребят, вот вам так засуну. Все. Кончайте с дискотекой. Идиотизм. И мне уже насобирали здесь, смотри, сколько. Очень, блин, не кисло, я скажу. Так, пошли посмотрим, что у нас там творится. А то у меня уголь весь закончился. Да ни хрена себе они разошлись. Уж они реально быстрее стали работать. Может, какую-то технологию я изучил. Супер-упер-дрюпер-пупер. Так. Значит, тебе сразу вот так. И вот так. Не, ну это слишком даже для меня. Стоп, сколько ты там сейчас произвела мне?
Семерка должна производиться. Погоди, она производит десятку. Да. С 9 угля она производит 10. Что? Строим еще их. А когда это стало у меня так вдруг они выгодны? Они же тогда, наоборот, угля забирали больше, а этих выдавали меньше. Да ни хрена себе, слушай, халява такая. А куда это у меня делось, простите? Первый раздолбанутый. А вот оно где все, да? Делаем еще два фулл процессора, друзья. Это вы че? Это я сейчас тут... О-хо-хо. О-ко-ко. Я забыл, что я хотел сказать. Ну да ладно. Так, здесь столбик, здесь столбик. Ну ладно. Юмора я конкретно не понял. Дойдет до меня потом. То есть я вот так вот возьму. Вот так вот закину. Вот так вот и вот так вот. Да, я в курсе, Не гони волну. Так и так. Да, блин, надо, короче, увеличивать дальность своих хваталок. Это какая-то беда прям уже. Так, значит, с углем мы разобрались, топливо у нас уже будет. Это топливо хорошее, халявное. Так, эффективность этого топлива гораздо выше, чем это. То есть здесь у нас неочищенное топливо 200%. А здесь еще и ускорение 175%. Вообще шикарно. Да ёп, игра. Сейчас закончится, короче. Вот у нас идет обычное топливо, вот так вот сжигается с такой скоростью. Я когда-то говорил про свои печки, то что вот если такое вот им зарядить, то они вообще идеальнее будут плавить. Правда, тут идеальнее плавить-то это бесполезно. Но по скорости добычи надо сейчас проверять. Ну вот пошло. Ну абсолютно одинаково. Теперь скорость переплавки, где мне взять. Ладно, давай скорость переплавки. Это у нас вот она так идет. Улепим. А тут и так переплавка, блядь, быстрая. Набираться еле успел. Ой. Давай еще один бур поставлю. Сейчас не определимся ничего, как вот идет переплавка. Так, все. Убирайся. У нас идет новый тип топлива. Это изучили, изучаем. Вот это тогда. На тыщенца ухё. Так, смотрим. Вот она так побежала. Здесь. А тогда чего ускорение? Получается, может, автомобилей, что ли? Хрен его поймешь, короче, друзья. Я не знаю, чего ускорение. Да мне, честно говоря, пофиг тут сейчас. Мне главное, чтобы я вот эту баночку мог построить. Наконец-таки еще одну вот так сделаем. Семерочку этих. Так, с этими.
Делаем так. Делаем так. Делаем вот так. Не нужно, чтобы исследования здесь шли нон-стопом. Там косай хоть есть? Есть. Все. Исследования у меня уже, короче, вот этой вот ботвы сделаны. То есть они, вдобавок ко всему, могут улучшать стандартные постройки. Слушай, если этот мод как-нибудь подредактировать и объединить с другими модами, к примеру, Space Exploration, охрененно получилось бы, прикинь. Ты строишь ванильные постройки, но можешь с помощью вот этой ботвы еще плюс их улучшать. К примеру, так щит вокруг здания какой-нибудь сделать энергетический. Было бы неплохо, как думаешь? Бред, да? Ладно. Так, ладно. Давай-ка я пока скорость крафта увеличу. И двадцатка нужна, зараза. А у меня не хватит пузыречков. Черт, дери тебя. Ну, еще она мне построит, конечно, но, блин, этого все равно мало. Ладно, сейчас часть изучится, успею, думаю, ее еще построить. И, блин, баночек дурацких. Железа. Тина не хватает. Ой, какая милота. О, здравствуйте. Вовремя пришел. Вовремя. Так, убийств пока нет, это хорошо. Копится, это хорошо. Ну, я не знаю, вряд ли мне этого сейчас хватит. Я положил-то всего десятку. Ну, еще, по идее, десятку закинул. Ну, блин, должно вот теперь ровно тютелька в тютельку хватить ориентировочно. Я бы козавол вам почапал. Мне далеко чесать за ним, так что, наверное, надо дорогу сделать. Вот так вот будем как-то делать. Надо все-таки уголь обойти как-нибудь. Ой, не уголь, а серу. Я ее добывать же буду. Хотя с помощью нефтяного газа ее намного проще добыть, если честно. То, что здесь теперь не строится вот эта вот ботва, вот это интересно. Но, к сожалению, единственный косяк будет это без мода Space Exploration. Я смогу турели близко к гнездам ставить. Это печалька. Но ничего не поделаешь. Так, довести до верха, может. Там потом надо будут эти флюиды, наверное, еще мне копать, да? Да, мне еще надо будут эти флюиды копать. Так что дорожка здесь будет в тему. А теперь берем вот так вот и все собираем нафиг. Достало. Я потом с камнями буду делать. Ну хотя что делать, знаю. Засыпка. Засыпка, засыпка, засыпка. Еще раз засыпка. Ну да, мне тут чисто по прямой должен ей идти. Все. И смотри, как притык кончилось. О! Я как все, друзья, рассчитал. Ну, точно, точно. Точный, блин, расчет, однако. Так, 900. Я аж два косаря накопилось, ни хрена ты даешь. Молодец. Так, все, это топливо можешь уже ликвидировать.
Вот тебе так даю. Хватит. Так. Блин, 60 мало будет. Ладно, оставлю тебе столько. Хрен с ним. Кушайте, давитесь. Не, надо все на электроэнергию переводить. Я тут сдохну так. Закидывать. Каждую отмерять, это, блин, адские муки, друзья. И чуть-чуть мне баночки одной-то и не хватило. Эффективность, значит, этих лабораторий процентов 90, я могу сказать. 95, может. И они жрут скотина лишние банки. Ну, 62... 54, 91 подойдет. Вполне сгодится. Да ё-моё, промахнулся. Надо какой-нибудь забор сделать, чтобы не промахиваться. Все. Сейчас изучится и уже будет намного-намного проще. Вот видишь, как скорость побежала там. О, уже лучше, уже хорошо. Так. Теперь мне нужно турели изучать. Калиберная турель 2. Тоже нужно будет, скажем, дружно. Ладненько, друзья, буду на этом я заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайки, комментарии просто оставляйте под видео на YouTube. Так, я, скорее всего, не турелями сейчас займусь, а вот исследованием вот этого вот. Пока поднакоплю, пусть оно будет. Мне интересно, что это за столбики такие. Может, будут возможность их построить, я бы не отказался. Всем удачи, всем пока.